Друзья, привет, с вами Флок. Послушаем сегодня Фарика Назарбаева, по-своему называется трек. Ну как трек, такое мут видео, лайф, да, видео в машине, как обычно, как мы с вами до этого смотрели, типа новое какое-то 2020 года. Но давайте посмотрим, что уж Фарик Назарбаев. Погнали. Душевный пацан. Посидел, подумал, как бы поступить по-умному. И пришел к такому, может в пизду эти треки, может оставить как есть, уйти на дно и начать по-простому. Уйду в семейную, крутой домик построю, работа, дом, семья, в натуре толстой. В пизду звезду, я буду жить по-своему, она такая охуенная, я весь такой достойный. Собрал вокруг себя толпу незнакомых, создал себе образ босого масона. На Лексусе. Короче, нахуй пижонок и выебоны. Начну с того, что начну по-простому. И все. Кстати, да. Кстати, парень очень простой, серьезно. Вот без каких-либо понтов. То есть, ну и про трек я в прошлый раз говорил, да, уже когда мы слушали, что не для всех эта музыка, только для тех, кто прожил в то время, да, ну как в то время, как будто бы это было, блин, сотни лет назад. То есть для тех, кто прожил, кто знает, что такое улица, хотя бы не то, что там какие-то драки, но хотя бы просто улица, да. Кто гулял в свое время на улице нормально, а не в компьютерных клубах постоянно, ну хотя я тоже зависал, да, когда они только-только появились. Ну, короче, вы поняли меня. Кто смотрит это видео, тот знает. Просто другие люди сюда не зайдут на Фарика, да. Все, что я хочу, так же, как раньше, тот же район, те же кенты, знакомы мне до боли, смех моих близких под ганджи. И какой бы в жизни не был пиздец, я склонен был к тому, чтобы сохранить все при себе и просто улыбаться, улыбаться всем и везде. О, я такой же, да, мне проще как-то сказать, что все нормально, при этом улыбаться всем, ну, как-то вот потом, да, себе все, короче. Я не ходил в школьной форме и не был самым умным в классе, но был всегда уверен в том, что буду накрыть. Ведь я уверен в том, что буду в классике и на эс-классе. Ведь я козырный масти, крикну пацанам, пацаны, залазьте. Ну а прямо сейчас меня ждет мой Дайво Тазик на трассе. Редко бывает дома, но для меня это норма. И вдруг мне хреново, скоро тридцатник уже, а я еще не подкован, походу надо по новой. Люблю расслабиться, люблю мечтать и покемариться. Батя, не злись, батя, прости. У сына есть мечта достигнуть мудрости, а стать богаче. Прям все, как это про меня. Моя задача, пацан не ждет подачи. Ну, кроме вот я этого. Я получу все, что хочу, раз начал. Я получу все, что хочу, раз начал. И все. Телефон заблокировался. Блин, ну, как я говорил в прошлый раз, это очень душевно. Это, блин, не для всех такой рэп зайдет, да, пацанский. Чисто от души, да, душевно. В душу, блин, как бы это глупо не звучало. Ну, такой, да, он как бы простачок такой парень, хоть и на Лексусе, но все равно и в треках себя показывает так же. Вот. Ладно, классный трек. Конечно, такое я давно не слушал. Вот, наверное, Фарика как раз вот из старой школы, да, вот начал слушать сейчас, а до этого давно такого не слушал. Ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Флок. Вам огромное спасибо, что скидываете эти видео в комментариях. Всем пока.